Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Вот здесь находилось гнездо, ну, скорее всего, мышиное. Давно уже, потому что таких перьев уже нет. Вот, вот сюда они заходили. И тут у них было гнездо. Это здесь у меня стояла купальня для кур. Вот. И видно даже, что тут сильно по каким-то что-то такое жирное, прям аж, я не знаю, мокрое. Аж поплесневело древесина. Купальню я убираю, так как ей уже не пользуются давно куры. А перо, вот натасканное мышами, пригодится. Пригодится. Вот здесь мы проводим уборку совместно со старшими курами. Вот они перебирают, что-то там находят, что-то складывают себе в зоб, а что-то оставляют. А некоторые отлынивают. Да, это про тебя. Значит, убираем камни, убираем все, убираем. Тут будет более-менее чисто. Сейчас покажу. Это все отставляется в сторону. Вот это все вынесется. И тут будет такой ландшафт, самый лучший для кур. Как они считают, это вскопанная земля. Ну, в данном случае подстилка. Вот они любят. Любят свою подстилку. Там я вскопал вчера и там вскопал, так что вот уже начали разбирать. Что-то там находят. Значит, курица сейчас в данный момент поедает усиленно пух. Ну, перо, мелкое такое перо, я его называю пух. Вот вторая курица поедает пух. Вот почему я не убираю пух вообще. Ни пух, ни перо не убираю. Еле отогнал перед съемкой видео, как это все происходило. Вот они. Вот они перебирают. Единственное, что не могут сделать куры, это проглотить большое перо. Такое вот как хвостовое или маховое, вот такого размера. Вот, все. Ну, там похожие мышата были. Ну и мышатам тоже капут настал. Так что меньше, меньше всего. Арсений Селезнев, Зверобой. Вот, что-то схватило. Ага, мышонка, точно. Курица-убийца мышей. Мышонка она схватила. Ай-яй-яй-яй-яй, как же тебе не стыдно. Ах ты ж такая. Все, опять схватила, опять бегает. Но эти не убегут. Эти мелкие. Ну, Арсений Селезнев, Зверобой. Сейчас тут будет чисто. Зачистка, проведенная курами, очень зачищена будет. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!